Всем привет, дамы и господа, с вами Silent Tip, и в этом видео я расскажу вам про то, откуда можно скачать текстуры для SketchUp. А именно я расскажу вам про один из сайтов, откуда можно брать приличные текстуры. Называется этот сайт SketchUpTextureClub.com. Ссылку на него вы можете видеть на своих экранах. Также она продублирована в описании под видео. Как можно понять из названия этого сайта, представляет он из себя хранилище текстур для SketchUp. При внимательном рассмотрении оказалось, что текстуры – это не единственное, чем богат этот сайт. Есть тут еще и готовые 3D-модели. Но сейчас речь не о моделях, сейчас речь о текстурах. Чтобы скачать текстуру с этого сайта, вам нужно зарегистрироваться. Без регистрации ничего скачать отсюда не получится. Нажимаю вверху справа кнопку «Регистр». Сразу же появляется сообщение о том, что на сайте есть два типа аккаунтов для пользователей. Это бесплатный и платный. Бесплатный аккаунт позволит вам скачивать до 15 текстур в сутки. Разрешение текстур – маленькое либо среднее. Платная же подписка, в свою очередь, стоит 12 евро в год. Она позволит вам скачивать до 50 текстур в сутки. Также из плюсов платной подписки стоит отметить, что доступны текстуры в максимальном разрешении. Я выберу бесплатный аккаунт. Заполняю все поля, отмеченные желтой звездочкой. Обязательно укажите ваш настоящий e-mail, потому как далее потребуется подтвердить регистрацию через электронную почту. Вот я заполнил все поля. Появилось уведомление о том, что мне на почту было отправлено письмо. В этом письме содержится уникальная ссылка для подтверждения аккаунта. Вот так выглядит это письмо. Перехожу по этой ссылке и тем самым подтверждаю регистрацию своего аккаунта. Теперь наконец можно залогиниться на сайте. Нажимаю вверху справа кнопку «Логин». Ввожу свой логин и пароль. Далее перехожу к основной теме этого видео. Это текстуры. Нажимаю вверху «Текстурес». Текстуры тут разбиты на 4 группы. Архитектура, материалы, природные элементы, фон и ландшафт. Допустим, открою раздел «Архитектура». Как видите, тут все на английском. Чтобы разобраться во всех этих папках, нужны хотя бы базовые знания английского языка. Меня интересует раздел «Каменных стен» – «Stones Walls». Далее папка «Каменные блоки» – «Stone Blocks». И вот они, каменные блоки из раздела «Архитектурных стен». Как видите, текстуры весьма и весьма приличные. Я бы даже сказал, отборные. Это вам не тот трэш, что в большинстве своем попадается при Google поиске по картинкам. Мне понравилась вот эта текстура. Кликаю по ней. Она доступна в двух разрешениях. В среднем 1000 на 1000 пикселей и в высоком 2000 на 2000 пикселей. Как вы, наверное, уже догадались, текстуру в высоком разрешении можно скачать только оплатив платный аккаунт. В моем бесплатном аккаунте доступна только текстура в среднем разрешении 1000 на 1000 пикселей. Но не стоит расстраиваться. Как показала практика, даже такой, казалось бы, не очень большой размер текстуры, как 1000 на 1000 пикселей, вполне прилично смотрится в модели. Так что тут грех жаловаться. Скачиваю текстуру в среднем разрешении, нажав кнопку «Download». Скачался zip-архив. Внутри него находится JPEG-картинка. Странно, я-то думал, что внутри будет SketchUp-материал в формате SKM. Ну да ладно, пускай это будет JPEG. В SketchUp без проблем можно импортировать JPEG и уже после этого создать свой собственный SketchUp SKM-материал. Распакую картинку на рабочий стол. Теперь покажу вам вкратце, как импортировать в SketchUp скачанную только что JPEG-текстуру. Рисую карандашом прямоугольник. Нажимаю вверху «Файл», «Импорт». Выбираю формат картинки JPEG. Ставлю вот эту галку «Текстура». Выбираю мою картинку и жму «Импорт». Первым кликом указываю начальную точку, далее двигаю курсор и тем самым меняю размер текстуры, ну и вторым кликом завершаю наложение картинки на поверхность. После наложения оказалось, что это бесшовная текстура, стыков при повторе рисунка нет. Большой плюс, профессионалы это оценят.
Ну и на этом у меня все. Вот так вот вы, дамы и господа, можете скачивать качественные текстуры и импортировать их в SketchUp. Как создавать свои собственные SketchUp SKM материалы и добавлять их в библиотеку материалов, я рассказывал в одном из прошлых своих видео. Ссылка на него есть в конце данного ролика. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео, зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику Silent Tip Design под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Если есть желание и возможность, то можете задонатить мне немного денег. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Справа вы можете видеть список тех, кто уже поддержал меня рублем. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте и в Одноклассниках, где я выкладываю различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по программе SketchUp, которые уже вышли на канале. Например, видео про то, как создать свой собственный SKM материал, или видео, где я рассказываю, куда сохраняются SketchUp материалы. С вами был Silent Tip. Всем удачи!